немножко сделали замечание за нарушение регламента. Ну, мы тоже стараемся. Помню эту песню. Вернее, я ее, конечно, помню. Просто здесь в зале присутствуют три моих близких друга. Вы, в общем, многие их знаете. Я не знаю. Для меня это вот половина золотого состава стрижей, пилотажной группы. Они сегодня уже в группе не летают, хотя душой всегда там. Это Алексей Прохоров. Где-то вот он там. Это уникальный соло-пилот, и в группе он тоже ходил, это Дмитрий Копасов, это просто Дима. И, конечно же, командир пилотажной группы, который для нас навсегда останется командиром, Валерий Морозов. Мы в классе предполетные, словно в школе. За партами сидим, идет урок. У штурмана в руках скрипит мелок. И слава богу, мы не на приколе. Стрижан еще не вышел в небе срок. Мы в небе, нам еще не вышел срок. Рисуем в облаках, пишем строки. По небе, как набор карандашей, крутила жизнь нам столько виражей. А мы как в школе делали уроки, и главным был урок труда стрижей. Урок труда был главным у стрижей. Да-да-да, да-да-да, да-да. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, пам-пам. Та-да-да-дам, 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 пам-пам. Вот КБП лежит, как тот учебник, что в детстве так хотелось мне порвать. Планшет, как будто школьная тетрадь. Летчик, как известно, не волшебник, он только и умеет, что летать, а если что, и жизнь свою отдать. Там за границей нас всегда узнают, средь хорнетов, балконов, миражей. Вот жаль, не покидаем рубежи. И штурманы у карты вспоминают уроки географии стрижей. Была ведь география стрижей. Та-да-да-дам, та-да-да-да, та-да. Та-да-да-дам, та-да-да-да, та-дам. Та-да-да-дам, та-да-да-да, та-дам. Есть в небе математика полета и русский, тот, что много этажей. Эфир не соблюдает падежей. Чертить фигуры — сложная работа. Все это геометрия стрижей. Такая геометрия стрижей. Мы в классе предполетной, словно в школе. За партами сидит, идет урок. У штурмана в руках скрипит мелок. И слава богу, мы не на приколе. Стрижам еще не вышел в небе срок. Мы в небе, нам еще не вышел срок. Мы верим, нам не выйдет в небе срок. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, та-да-дам. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, па-пам. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, та-да-дам.
это подумал, вот Вадим тоже действительно тут рассказывал о своей гитаре, она у него новая, у меня тоже. Я уже говорил о том, что он чуть-чуть старше меня, поэтому у него надпись вот такая, Вадим Захаров, а у меня Н. Анисимов чуть-чуть поменьше. То есть я так полагаю, что мне надо со временем ее увеличивать тоже. А правда, чтобы я совсем уж не забывал, там еще внутри тоже написано Анисимов. Подглядывать. Просто была такая веселая история со мной, где-то полгода назад я ехал с концерта с Харькова, из дружественной Украины, и таможня ночью меня там растолкала. Говорит, а что у вас там наверху лежит? Ну, а футляр от гитары большой. Говорит, гитара, ну-ка достаньте. Я говорю, доставать, достаю, ну, откройте. Ну, открыла. А сколько она стоит? Я не знаю. Ну, как это так? Инструмент мы видим, он дорогой. Я говорю, ну, а я такой, меня провожали бурно, естественно, у меня настроение такое доброе, агрессивное. Я говорю, а в чем дело-то? Ну, если он там стоит определенные деньги, то у вас проблемы. Я говорю, а как вы определите, сколько он стоит? А вы не думаете, что вы такой умный? Мы посмотрим, там внутри этикетка, на ней написана фирма-производитель, мы залезем в компьютер, у нас вот база есть, все, и там будет цена. Я говорю, а если инструменту 10 лет, там все считается. Я говорю, ну хорошо, хорошо, посмотрите. Там написано, мы рождены, чтобы сказку сделать, были у военно-воздушные силы, Н. Анисимов. И, в общем, это вызвало очень глубокое замешательство представителей украинской таможни. Мы мирно разошлись. Женщина такая пожилая, говорит, ну вы сделали. Ну ладно, да. Опять же, Вадим говорил, что он вот немножко, в конце концов, остужает, а я напрягаю, вот напрягу еще. Завязкою заправлен и подвешены все средства. И для птиц сирена воет, опустили компаньеры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Ничи, видимо, до ночи день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль в верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне время че на всех часах. Только стрелкам не решить, сколько нам летать и жить, наши судьбы на весах. Где там на весах? Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалею керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включен главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключим тех, кто снизу. Напоследок огнем и громом огрызается поверхность. Контингент, и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен, кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Ну всего лишь жизнь, наши судьбы на весах. Где там на весах? Живы оба не убиты, хоть по мне влупили точно.
и орет им тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Грузино-осетинскую войну, я как-то все время, ну, раньше с этим спорил, сейчас перестал, хотя, в принципе, суть главная была о том, что никогда не сдаваться, за жизнь надо держаться, практика показывает, все получается. Годы птицы улетают, по земле меня болтает, а точнее выше, над землей. Не дожиру быть бы живу, столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылой машины, пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Да что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Да что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Редко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем водку пили, за машину и за миля, ой, на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил, но всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Да что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Да что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручат везде. Над полями и лесами ледяными
Золотыми полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Вообще, ну вот я хоть живу в Минске, то работаю, в общем-то, в Москве, как я называю, заводом, наш телецентр Останкино, Останкинскую телебашню я называю трубой нашего завода. У нас программа военная, а рядом соседняя дверка, там хранятся или живут Хрюша со Степашкой, Каркуша, туда иногда Оксана Федорова приходит, потому что она там эту программу там иногда озвучивает. Мы однажды пригласили к нам в программу генералов из Академии Генерального штаба, ну, чтобы показать, где мы это все клепаем, там наша монтажная линейка туда-сюда. Ну, мужики такие серьезные пришли, с хмурыми лицами это все смотрели. Ну, процесс такой, ничего в нем интересного, наверное, нет. И мы уже так, ну, что ж с ними делать-то? А хотите, мы вам покажем, здесь у нас за стенкой, вот там Каркуша, Хрюша, а на что можно? Можно. Ну, и все туда, а можно сфотографироваться. И вот на лицах вот генералы с этими вот героями наших «Спокойной ночи, малыши». Это было что-то потрясающее. После этого я просто, ну, меня не смогло сильно удивить, хотя мне было очень приятно, когда вот следующую песню спою, когда люди с большими боевыми орденами мне ее подпевали. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить и, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. Это эпиграф был. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотел летать, как Карлсон, и виражить между крыш. Да небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка ложь и мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Винтами месим, как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас, в небе жизнь совсем другая. Пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торт, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут. В десанте и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут. Вертолетик. Хорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку, вертолетик поломать нет там. И тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо не хватаюсь, каждую лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно. Под огнем свой танец кружим, он герой,
я им горжусь. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Жизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменяли столько мест, вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете, неотложно по работе, и забудь о всем пилоте. Детство он меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Запускай. Хотя покончить с ней никак невозможно, вот, потому что еще хочется спеть какую-то, возможно, лирику или более хулиганские песни. Сегодня мы рассуждали на тему, приходится ли достраивать гитару в течение концерта. Как обычно, вылет срочный. Знать, прижали наши точно. Мы летаем денно-ночно, на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке. Задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там полежит целый свод. Запускаюсь без газовки, техник в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор и скал виражем, эй, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, но ведомый, не зевай. Эй, внизу, держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир орет. До ворот бросаю фамбы, и на выходе ни слова. Словно я попал, бухо бы заболтала самолет. Трассера как паутина, маневрирую активно, живописная картина. Как соврасы баграчи прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Ну, разведка, не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь. Чтоб не я 200-й груз, нахрена пошел я в качу. Вот Ульяновск, все иначе, был бы дом, машина, дача. И водил бы арбуз. Грач, бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, я живой, хоть попадают. Под глаза мне разъедает, нет спасения от шары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробую марку под свинцовым кипятком. ВПУ, как пушка танка, грохот выстрела у болтанка. Я как муж в консервной банке, по которой молоко. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке, и с расходом от БК имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки и потрепаны пока. Мне по коже как морозом, грач устало клюнул носом. Значит, весь под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но живая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушнике я слышал эту нель. Спасибо вам.
парня не обернули. Держит в воздухе грача, борт летит на честном слове, а из носа капли крови. Знаете, в санчасти на здоровье получу от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашют махлопнет звонко. За рулю уйду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребят, будем жить. Будем жить, будем жить. Один заказ. Даже я накалился, потому что чувство надо маленько остудить. Не, ребят, про училище это будет когда-нибудь в сольнике. Я и так не успею спеть все, что наметил. В сегодняшней программе, ну, может быть, если время спинится. Еще вчера пилота биографию я начинал по северам советской географии. Нефтеюганский стрижевой узнали брата нашего на дым и новый Уренгой. Ноябрьск и Колпашево, Обские берега, болото и тайга кругом. Как кони-комары, ну точно не Атлантика. Зимой сугробы в рост, под 45 мороз потом. Не сможешь позабыть суровую романтику. А кажется, не так давно мы только начинали жить, гордились тем, что нам дано простор небесный бороздить. И лучше синей формы той и Богу в мире не было, и гул турбин, и рев винтов опять манили в небо нас. Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша, вода в реке Оби текла. Казалось, 25, так далеко до пенсии. И были запахи острей, и ярче были краски там, а выше, дальше и быстрее летать лишь предстояло нам. И временем не дорожил, не считал беспечный я,
Но кто же знал, что это жизнь такая быстротечная? Обские берега, озера и тайга кругом, и небо наяву, ни на конфетном фантике, и сладкий дым печеной, и ледоход весной потом. Не сможешь позабыть сибирскую романтику. Коллектив в плейлист, раз уж училищная песня все-таки Forever. С ними вместе я учился, помню курсы до второго, Чесноков не матерился, Щербаков не пил спиртного. Может, было разделение, до сих пор необъяснимо, но водку кушал только Женя, а ругался только Дима. Также надо было заметить, оба парня не курили, и вокруг за 1000 метров пол прекрасный обходили. Жизнь курсантская все тучи, все ребром вопросы ставит. Не умеешь, тут научат, а не хочешь, здесь заставят. Ты вздыхал, передохнуть бы, только жизнь не позволяла, и ковала наши судьбы, и характеры ломала. И однажды я увидел интересное явление. Помню, когда отмечали Щербакову день рождения. Мне сначала было странно, даже я перекрестился. Дима водки полстакана выпил и не покривился. Алкоголиком не стал он, только всякое бывает. И сперва не добирал он, а теперь перебирает. И мне однажды рассказали, как в одно из воскресений Дима после увольнения заходил домой по схеме. А еще мне рассказали про курсанта Чеснокова, будто Женихи нацвали, говорил плохое слово. Я кричал про Чеснокова, что это вы меня набрали, то не может быть такого, да вы же его оклеветали. Но мне в ответ сказали, лишь мол, не стоит горячиться, скоро ты и сам услышишь, как Евгений матерится. И как-то вечером по роте я бродил в тоске печали, и тут меня друзья позвали, и такое показали. Я ушам своим не верил, даже стало страшновато. Женя, выглянув из двери, поливал отборным матом. В жизни всяко творится, и случается любое. Чесноков стал материться, Щербаков стал пить спиртное. Раньше вот вместе соберутся, так все сидят, считают лабы, а теперь всегда нажрутся, сигаретки затянутся, так вот припохабненько ругнутся, иногда и подерутся, и идут гулять по бабам. Спасибо. Сейчас я попрошу, поставьте, пожалуйста, белокурку. Есть такое волшебное место на Алтае, называется Долокурина. Вроде ничего особенного. А еще как ты? Вроде не пойму, даже не пойму, в чем же тут секрет. Вроде нирки, краски.
ничего колдовского нет. Кажется, что ты в сказке, не в снегу мехах, белокуриха, и душа, как воск, тает. И легко понять, почему меня так всегда сюда тянет. Как-то здесь легко и такой покой, душу красотой если все хорошо с тобой, станет здесь еще легче. Я хочу здесь быть, птиц из рук кормить, воздухом дышать вкусным, кожей ощущать эту благодать, и все не передать чувства. Снегу меха, белокуриха, и душа, как воск, тает. А если тут секрет, или вовсе нет, только Бог один знает, только Бог один знает. Аранжировка Александр Ладыгин. Я к вам спешу, лишь только для того, чтоб сердце вдруг забилось часто-часто, как мало нужно было мне для счастья увидеть вас и больше ничего, увидеть вас и отвести глаза, и сделать вид, что встретились случайно, и не решиться ничего сказать. Пусть все навеки остается тайной. Я к вам спешил, не думая о том, что ничего из этого не выйдет, и не мечтая.
мечтая больше ни о чем. Мне было нужно просто вас увидеть, увидеть вас и отвести глаз. Или ты уже пел? Можно еще раз? Нет, а вы мне второй куплет напомните. Я же говорю, что не зря надпись на гитаре. Ну ладно, пускай будет. Увидеть вас и отвести глаза. А увидеть вас и снова ощутить, я прошу прощения, какое это высшее блаженство. Про все забыв, дыхание затаить и любоваться вашим совершенством. Минувших дней забытую печаль зачем-то мне опять подарит память и унесет опять куда-то вдаль. И пережить все заново заставит увидеть вас, и может быть смешно. Я не любил так ни одну из женщин, я к вам спешил, все было так давно. Мне было 10, вам немного меньше. Покидать тебя и снова возвращаться, ожидать тебя все время заставляя белым, белым крестиком по небу. Снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был и не был, были не были. Снова вдаль зовут, снова вдаль зовут. Знаешь, ветер в странстве не всегда попутный ветер, и не только море с пальмами нам светит. Попадали мы в шторма и снегопады. Знаешь, интересных очень много мест на свете, но люблю я, помотавшись по планете, оказаться снова вдруг с тобою рядом. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был и не был, были, не были. Снова вдаль зовут, а если небу голову поднимешь прямо над собою в вышине, белую полоску ты увидишь и, конечно, вспомнишь обо мне, вспомнишь обо мне.
растут у нас, конечно, за плечами, но мне кажется, что вовсе не случайно нам даны с тобою крылья, и замечу, крылья, сколько раз они с тобой нас разлучали, чтобы через ожидания и печали вновь и вновь нести меня к тебе навстречу. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут. Делим шар земной на был и не был, были не были. Снова вдаль зовут, а если к небу голову поднимешь, где-то выше стаи голубей белую полоску ты увидишь. Это снова я лечу к тебе, я лечу к тебе. Стали затемно и спел электричка. Сюда доехали пешком пройти чуть-чуть. Но берегись теперь, и окунь, и плотвичка. Мы собираемся неплохо отдохнуть. В порядке снасти все, и мотель свеженькой. Ай да чего над лункой славно, и уже во власти страсти мы. И чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Кто хоть однажды испытал, как дрыгнет сердце, когда над лункой изогнется вдруг кивок, тот отыскать уже навряд ли сможет средства, что от рыбалки сможет вылечить его. В порядке снасти все, и мотыль свеженькой. Ай да чего над лункой славно, и уже во власти страсти мы. И чувства нежные я замечаю, как рождаются в душе. Какой был день, какое солнышко светило, и песня жаворонка в синеве лилась. Мы привезли с собой, и нам вполне хватило, чтоб все нормально было, чтоб все было в мазь. Исключительно душой, если б рыба хоть маленечко клевала, как вчера мне, то это было просто слишком хорошо. В порядке снасти все, и мотыль свеженькой. Ай да чего над лункой славно, и уже во власти страсти мы. И чувства нежные я
замечаю, как рождаются в душе во власти страсти мы и чувства нежные. Я замечаю, как рождаются в душе. Я уже собирался к какой-то лирике перейти, и я к ней все равно перейду. Ах так! Кстати, хочу представить, Игорь Руденко, самый лучший фотограф вооруженных сил, снимает все наши военные составляющие, особенно авиационные. Мой замечательный друг прорекламировал. Да, ну вот с лирикой все равно она будет. Сейчас буквально, но поступила угроза такая мне, если не спою одну песню, то могут быть неприятности. Ну, это шутка, но действительно, эта песня и для меня какая-то знаковая, и я знаю, для многих-многих летчиков, в первую очередь, вертолетчиков. Я вот 2 года назад, ну, 2 еще нет, выступал на МВЗ имени Миля, Московский вертолетный завод. Там, именно тогда меня приглашали на открытие монумента вертолету Ми-8. Это было 50-летие первого полета. Там интересный памятник вообще. Если кто-то влюбится и ездит электричкой, то его видно. Там Ми-8 настоящий стоит, только покрытый золотой краской. Вот. И там стоит мемориальная доска. Это все на территории завода. Хотя я считаю, такие вещи надо делать так, чтобы это все могли посмотреть. Там написано «Золотое сечение мировой вертолетной авиации». Ну, что, примерно так. Потому что то, что действительно сотворил Михаил Леонидович Миль в виде этой машины, это, ну, никто никогда больше не повторит. Милевцы все откровенно считают, что эта машина будет еще минимум 50 лет работать в небе, ну, в определенных модификациях. Они с благодарностью вспоминают, опять же, Миля в том плане, что в 90-е сложные годы эта машина позволила предприятию выжить, потому что даже когда российская составляющая не покупали в армию, там никуда эти вертолеты, во всем мире они были востребованы, их все равно покупали, о чем говорить, если 2 года назад американский конгресс там долго ссорился с Министерством обороны, и они все-таки 45 машин взяли для работы в Афганистане, потому что больше там ничего толком нормально работать не может, только наша машина. Такое много текста, такого выступления, ну, потому что песня. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых 300-х, 300-х. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, на пределе, на износе, я Ми-8. Топ скомандовал мне больно, нахватал я пуль довольно, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, сцепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились.
знать, судьба моя такая. 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе. Я Ми-8. Я вернулся. А в салоне наследили. Пятна бурые застыли. Шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся. Капитан ко мне вернулся. Затянулся. К борту мне ладонь прижал. И ладонь его дрожала. Так устала. Говорил, что все в порядке. Гладил мне рукой заплатки. И заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8. Ну, просто многие, наверное, не знают. Небольшая речка такая, она в Минске. И, опять же, фраза между Россией и Польшей, ну, там Белоруссия расположена. У меня просто в свое время, опять же, случился такой веселый случай. Я ездил в Китай, причем погранпереход такой, ну, маленький. Это не Шанхай, не Пекин, где, в принципе, любые паспорта знают. А тут я как вот из Благовещенска в Хайхэ. И там белорусский паспорт вызвал очень такую странную реакцию. Солдатик китайский его вызвал другого, тут еще выше, 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 пока я не дошел до какого-то большого там чина пограничного. Он даже по-русски так немножко говорил, и он так раз как посмотрел, нашел в компьютере, говорит: «Беларусь, это где?» Я говорю: «Ну, это, говорю, ну, вот Россию знаешь, знаю, Польшу знаешь, знаю». Говорит: «Это посередине между ними». А я говорю: «Ну вот, а у нас по телевизору говорят, что Китай — это наш стратегический партнер». Ну ладно, это так отвлечение. Хорошо, что ты есть на свете, даже если не рядом, а где-то. Но мы вместе на этой планете. Это значит, что снова лето. И насвисло челёд растаял, и осколки его уплыли. В церкви свечу поставил, чтобы беды тебя обходили. И зима мне только приснилась, снега нет, он в России больше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь и не больше. А глаза твои вряд ли заметят, что они мне всего дороже. Хорошо, что ты есть на свете, вот бы только хранил тебя Боже. Вот бы только ты чуть улыбнулась, как ни странно, случится вдруг это. И чуть-чуть, на мой взгляд, встрепенулась. Значит, лето опять, значит, лето. И зима мне только приснилась, снега нет, он в России больше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, а не больше. И зима.
России в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь и больше. Опять же, вот попросили песню спеть. Нет, ну мы тут можем очень-очень много говорить, и Вадиму подобные просьбы будут поступать. Нет, я действительно все время, ну не все время, опять тоже на уровень угроз выходит, там и по телевизору, в интернете смотрят однокашники, говорят, не дай бог не споешь песню. Да, я действительно заканчивал училище в Питере. Мало того, у меня мама коренная ленинградка, блокадница, и хоть в паспорте у меня там совсем другое место рождения, я считаю себя питерским. Это не в наезд на москвичей, мало того, в песне ничего такого плохого про Москву нет, тоже в своем образе уникальный город. Но, тем не менее, а песня даже не про то, что вот есть такой Питер, это мы написали ее коллективно, когда мне говорят, это моя песня, я говорю, это неправда, там было коллективное творчество. В советское время было, мы выпускались в 88 году, 5 лет училища за плечами, и впереди большая необъятная страна, и не только страна. И поэтому отправляли порой туда, куда Макар телят не гонял. Или как тот анекдот, когда, говорит, вертолет опускается, и летчик говорит, прыгай, лейтенант, он говорит, опустись еще ниже, ниже не буду, потому что в прошлый раз 5 запрыгнули обратно. Вот. Ну и вот, наверное, как-то песня, она вот из тех времен. О больших просторах. Солнце встает над Сахарою, рыжее из голубой высоты, греет лучами своими бесстыжими хвостик огромной змеи. На бугорке красно-желтому солнышку спину подставил варан. Там бедуин хлещет виски из горлышка, гладит рукою Коран. Там все нормально, песок, саксаул, кругом зной и удушливый смрад. Как хорошо, что мы там не живем, и что есть на земле Ленинград. Как хорошо, что мы там не живем, и что есть на земле Ленинград. Чукча в надыме купил 3 ведра вина. Он хочет с помощью их в чуне своем переждать холода вместе с женой на двоих. Белый медведь, позабыв про сон, что-нибудь ищет пожрать. И вот, наконец, ему повезло, Чукча пошел погулять. Там все нормально, мороз и снег, кругом холод и вынье зад. Как хорошо, что мы там не живем, и что есть на земле Ленинград. Как хорошо, что мы там не живем, и что есть на земле Ленинград. Плещется вечно за разом мраз. Бешенстве рыба у берега мечется, в воду упал папуаз. Долго на дереве зверя выслеживал и увидал с высоты 2 насекомых термита и стыжия, тащут слониху в кусты. Там все нормально, негры там греются, строят банановый склад. Как хорошо, что мы там не живем, и что есть на земле Ленинград. Как хорошо, что мы там не живем, и что есть на земле Ленинград. Как хорошо, что мы там не живем, и что есть на земле Ленинград.
такая песня для перехода. Ее очень сложно петь женщинам, если я вспомню. Я давно ее очень не пел. Я прошу не воспринимать все так уж сильно серьезно. Тяжелее всего было спеть ее моей маме. Я ласково так на нее все гляжу и бережно, нежно ее держу. Не надо нам слов, ничего не скажу, в обнимку я с ней на диване лежу. Не хочется мне открывать даже глаз, дай бог, чтобы здесь не тревожили нас. Губами я к ней прикоснусь еще раз, и нам расставаться пришел грустный час. И глядя в глаза мне, она все поймет, почувствует, что уходить ей черед. На смену ей сразу другая придет, а после еще и еще. Долгий еще. Вся жизнь это просто большой балаган. Не думайте, я не сеньор Дон Жуан. И кредо мое, принцип мой не обман. Не думайте, нет, я не так уж и пьян. Но мне с ней приятно, приятно с другой. Еще лучше с третьей, с четвертой, с шестой. Я всех их меняю одну за одной. И кто бы мне сказал: эй, приятель, постой. Я ласково так на нее все гляжу и бережно, нежно ее одержу. Не надо нам слов, ничего не скажу, в обнимку с бутылочкой пива лежу. Ну вот она, да, дурная тема какая-то. Там есть песни, я, наверное, много не буду петь. Вернее, не то, что много, но мы тут временем ограничены. Ну, пивной блюз, в конце концов. Как мало в жизни радости, все чаще только гадости. Не помогают сладости, и водка не берет. И в наше время новое, по большести хреновое. А в целом бестолковое печалится народ. Зарплата растворяется, никак не поднимается. И НАТО расширяется куда-то на восток. И в этих обстоятельствах, при общем надувательстве, меня от помешательства спасет пивка глоток. Как любит плавать в озере утенок, как сыру салом рад любой мышонок, как радуется грязи поросенок, так я в любое время пиво рад. И я не падаю даже на девчонок, и путь худой хватает мне силенок, ведь у меня в душе пивной почеток. А пиво как не спорьте, это клад. А пиво как не спорьте, это... Зачем нам их Бавария, только в Минске оливария, без Липского авария в моей пивной душе. И в дождь, и в зной, и в холоде мне дух пивного солода навек дороже с молоду, чем запах и в Роше. Ячменное московское, родное жигулевское, вкуснее, чем кремлевское. Делюкс и абсолют, и я бы без сомнения принял постановление и утвердил решение. День пива и салют. Как любит плавать в озере утенок, как сыру салом рад любой мышонок, как радуется грязи поросенок, как я в любое время пиву рад. И я не падок даже на девчонок, пусть худой хватает мне силенок, ведь у меня в душе пивной бочонок. А пиво как не спорьте, это клад. А пиво как не спорьте, это... И годами застойными, и после перестройными идем рядами стройными, пивно чеканим шаг. И пиво потребление народа, населения, мы смело, без сомнения, поднимем словно флаг. Выделим эти, что скоро на планете, и взрослые, и дети лишь пиво будут пить. И изо всей продажи исчезнет водка даже, и лишь старик расскажет, как с водкой было жить.
Как любит плавать в озере утенок, как сыру салом рад любой мышонок, как радуется грязи поросенок, так я в любое время пиву рад. Ты, я не падок даже на девчонок, и пусть худой хватает мне силенок, ведь у меня в душе пивной бочонок. А пиво как не спорьте, это клад, клад. А пиво как не спорьте, это клад, 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 клад. А пиво как не спорьте, это... Прошу не считать это рекламой пива или каких-то совсем уж таких собственных убеждений. Да, правильно, пиво есть пиво. To beer or not to beer. Осень, вечер, ветер, тучи. В доме свет опять отключен. И луны озябший лучик. Робко светит сквозь ветра. Одиноко, хмуро, скучно. От души его при этом ключик, и с собой мир заключен. Ненадолго до утра мой мирок размером с кухню. Газ под кофе не потухнет, где-то гром печально бухнет. Вина тоже одинок, строго тикает будильник, сам себе забудильник. Живет, моргнув светильник, и раздастся в дверь звонок. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости дом ко мне приходят, пьют прозрачную не воду. А в душе моей по сходу далеко, далеко, да. Ночь — такое время года, ночь — такое время года. Водка, сигареты, хлеб, холодные котлеты, и сердца у нас согреты. Туля дружбы, туль спиртным, но душа моя раздета и летает в небе где-то, рвется в сторону рассвета. Только там туманы дымные. Я, наверное, спел 100 песен, раз уж мы сегодня вместе, вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит то, что он хотел услышать, но стучат соседи, слышат батарея, чтобы тише. Ночь пройдет, рассвет все спишет. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную не воду. А в душе моей к восходу далеко, а далеко, да, ночь. Такое время года, ночь. Такое время года. Солнце, видно, встать забыло, и сжимает боль затылок, строя сушеных бутылок. Вечер, ветер тучи, в доме свет опять отключен, и луны озявшие лучи, робко светят сквозь ветра, одиноко, хмуро, скучно, от души упрятан ключик, и с собою мир заключен ненадолго до утра. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную не воду. А в душе моей к восходу далеко, а далеко, да, ночь. Такое время года, ночь, такое время года. Ночь — такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят, пьют прозрачную не воду. А в душе моей к восходу далеко, а далеко, да, ночь. Такое время года, ночь. Такое время года. Спасибо. Вадим Захаров.
вообще вот эту песню обычно исполняет Николай, а потом представляет меня. И обычно мы по такой схеме работаем. В этот раз я попросил его, давай я все-таки спою сам, потому что я хочу ее тоже сделать под минус. Будьте добры, красивую работу. Свет в окошках погас,
всех, как это вздумано. Спит мои, спит и ас, а ТБ уснула. На приколе стоят наши самолеты, и пилоты все спят, и автопилоты, и пилоты все спят. С водой машина тихо спит до утра, бочка с керосином, лишь луна над землей этой ночью внемлет. На посту часовой тоже мирно дремлет. На посту часовой тоже мирно дремлет. Спят заглушки, чехлы, ведра и стремянки, молоток, две пилы и с отстоем банки. Ночь, луна, тишина, лист не шелохнется, только нам не до сна. Учим руководство, только нам не до сна. Учим руководство. Того же места, лагеря Сикеева, полет в Бугурслане. Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, пристегнул ремни, напялил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал, сидит инструктор мой, какой-то хмурый, дают добро. И я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. К полету я морально не готов. Да ладно, босс, контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал, смотрит так и все молчит, что с ним творится. Плавно, плавно на себя я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня разговорится. А самолет, как очень вредный бык, все норовит то вверх, то вниз, то вбок. Ну, наконец-то, вот он первый втык, за то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше я и не подозревал. Он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, ну кто же кто меня к нему на голову послал. Дальше больше и с меня пот течет рекой, и уже не слышно, что в эфире говорят. Да кто же мог подумать, что болтливый он такой. Напросился я, вот теперь и сам не родной его уж не остановить и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить, сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет. А меня хоть выжимай, до того я мокрый, а инструктор мой охрип, больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый, шатаясь из кабины выхожу. Прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу, пускай тебя послушает другой.
руки не рвали. Это одна из не последних песен, а крайняя. Такая тоже. Что, объяснять ее надо? Просто спеть все. Порой судьба завалит хрен, пугая случаем, а ты не бойся перемен. Бывают к лучшему, не нужно думать о плохом. В сомнениях мучиться, давай попробуем, рискнем. А вдруг получится, и если нужно сделать шаг, и шансов поровну, то это только нам решать, в какую сторону. Не будем думать о плохом, в сомнениях мучиться. Давай попробуем, рискнем, и все получится. А если кто до нас не смог, при чем тут мы с тобой? Мы сможем, нам поможет Бог решить вопрос любой. Не будем думать о плохом, в сомнениях мучиться. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. И даже, может быть, потом смешным покажется, как-то решиться ни на что не мог отважиться. На нашу сторону весы склоняй, не мучайся. Ты только главное не с... И все получится. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. Хочу им посоветовать я: не ходите, пацаны, в авиацию. Нынче летчики, увы, не в цене, а работа не из легких и строгая. И поэтому не хочется мне, чтобы вы пошли отцовской дорогою. А небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь. Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, как послушна тебе мощь многотонная. Но приходится за это платить липким потом и ночами бессонными. И о ребра часовых поясов. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по 15 часов. И здоровье на болячке разменяно. Но небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь. Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того,
перегрузки, стрессы и радиация. Не ударьтесь о крыло головой, не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессии не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное. Я бы сам, когда все снова начать, то, наверное, пошел снова в летное небо. Только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо. Не любя, не скорбя, не отпустит тебя небо. Только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо. Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Просто
просто не успели закончить, у нас еще есть немножечко по плану. Паруса поставьте, пожалуйста. Наполнять паруса, вера наши силы умножит. Верно, каждый выберет сам, сможет он или не сможет. Верно, каждый выберет сам, сможет он или не сможет. Стоит не бояться проблем, чтобы становиться сильнее. А небо помогает лишь тем сильным, кто решил, что сумеет. А небо помогает лишь тем сильным, кто решил, что сумеет. Знаю, будет трудно не раз, только я сумею, я знаю. Все зависит от нас, если мы за все отвечаем. А в жизни все зависит от нас, тех, кто за все отвечает. Паруса, вера наши силы умножит. Верно, каждый выберет сам все, что он сумеет и сможет. Верно, каждый выберет сам все, что он сумеет и сможет. Все, что он сумеет и сможет. Все, что он сумеет и сможет. Эту песню уже исполняли, но сейчас попробуем под минус. Возможно, будут небольшие ошибки. Смысл в том, я вот начитался сейчас вот всякие эзотерики, и вот эти песни, которые я поел, они, это содержание, краткое содержание прочитанной литературы. Так вот, на основании прочитанного сделал вывод, что, в общем-то, счастливым быть, можно, но над этим нужно работать. Счастливым быть гораздо сложнее, чем несчастным. Несчастным быть легко.
решить, что все вокруг там виноваты в твоих проблемах, включить грустную песню, вот, заплакать над собой и все. Вот. А если, значит, понять, что счастье и несчастье, в принципе, в твоей голове, там маленько, подумать, поменять мысли, то постепенно можно изменить вообще, в принципе, свое отношение. Но это я опять же пересказываю, как дальше эта песня исполняется на русском языке. Будем счастливы. Давайте будем счастливы сейчас. Нам в этом помешать никто не может. Поверьте, все зависит лишь от нас. И эта вера нам во всем поможет. Давайте будем счастливы потом. Для счастья много есть причин на свете, да просто потому, что мы живем. Да просто потому, что солнце светит. Давайте будем счастливы всегда, в любой момент и в каждое мгновение. И радость разольется, как вода, и небо нам подарит вдохновение. Дорогие друзья, большое спасибо, что пришли, послушали. И думаю, это не крайний раз. Пользуясь случаем, передаем привет, как ты слушал нас по интернету. Да, я знаю, их там много. Это Челябинск, это Саратов, Оренбург, Пермь, Питер, Минск. И просто, ну, громадное количество. Спасибо вам, друзья. Давайте будем счастливы всегда, в любой момент и в каждое мгновение. И радость разольется, как вода, и небо нам подарит вдохновение. Давайте будем счастливы всегда. Давайте будем счастливы всегда. Спасибо, дорогие. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, если все сбудется, месяца через три, где-то в районе 2 дня космонавтики, все-таки летчики, это оттуда они пошли в космос. Мы сами с Вадимом надеемся, что мы с вами еще встретимся.